المباراة هي تعتبر افتتاحية ل بازی بسیار برای ما مهم است. بازی این کشاده شوی بازی های انتخابی جام جهان و جام آسیا می باشد. من بار دوم به تاجیکستان می بیارم. این بار دوم است. بار اول اگر به خاطر داده باشد با همراه دسته زاترس بودم که معلوماتی کافی دارم از تاجیکستان و حرکت میکنم از آنها استفاده برده سه امتیاز را به دست بیارم. اما این معنی مثلا پر کامل رو به ما باوری نمیتید زیرا منتخب تاجیکستان هم با چکل که میدانه منتخب این سالهای آخر فوتبال در این دولت در دولت شما پیش رفت است فترات Ну, игра предстоит тяжелая. Начинается отборочный цикл чемпионата мира и Кубка Азии. Поэтому соперник очень серьезный. Мы хорошо к нему подготовились. И будем надеяться, что удача будет на нашей стороне. Все ребята опытные, они понимают, что это футбол. И мы каждый день с ними разговариваем. Никакой эйфории или шапка закидательства нету. На сегодняшний день мы хорошо подготовились, изучили все слабые и сильные стороны. И еще будем изучать, у нас есть еще практически двое суток. Так что я не думаю, что... Да, мы настраиваемся на победу, потому что дома мы играем. И правильно здесь Вахот сказал, что... Для нас любой результат, кроме победы, будет разочарование. Но это не значит, что мы завтра легко выиграем. Серьезные фотографии делают? На харбу, что вы сделаете?